25 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кёнигсберга наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Одновременно юго-западнее Кёнигсберга продолжались бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника. В боях за 24 февраля северо-западнее и юго-западнее Кёнигсберга подбито и уничтожено 36 немецких танков. Юго-западнее города Хойница наши войска овладели на территории Померании городом Бройс-Фридлах. В районе Бреслау наши войска продолжали бои по уничтожению окруженной группировки противника и заняли несколько кварталов в южной части города. За 25 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31 самолет противника.